Вот, документ удостоверяет, что я на этой машине могу доехать до дома. У вас в руках записная книжка. The ropes. Got a bus and a trailer at my house. My house. I'll show you the ropes, kids. Show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house. My house. I'll show you the ropes, kids. Show you the ropes. I bought 15 cases for my house. My house. All the furniture is in the garage. Ну, морально ж подготовиться к ломаной пушке. Все прыгаю я. Давайте я что-то делаю. Давайте, давайте. Не, потом еще. Дайте послать еще. Что, жвачку выпили, блядь, чтобы не закусить язык? Я же не болею, никакие болезни, что написал. Не, я не в этом смысле, чтобы не прикусил. Знаешь, что там так высоко? Знаешь? Хорошо, и... Я не знаю. Девочка прыгнула, давай. Да, вот это раз ушло, да. Это типа может. Ты просто если не выиграл, да? Давай туда побежал, мы там стоим. А, да, кстати. Это, а что впереди, сзади? Все нормально. А, да? Да, сзади есть, закручиваться, да? Сейчас. Дайте 20 секунд еще. Толкни меня, иди. Там, серьезно, толкнёт? Да нет, встань. Девушка прыгала, я прыгал. Слушай, девушка без толпы. Сейчас прыгай уже! Готов! Давай. Пять, ебать! Четыре. Не, подожди, еще секундочку. Блядь, ну это не страшно, там же трассов куча. Становись на экзит. Блядь, экзит! Да не бойся, Сань! Экзит! Сейчас, чуваки! Мать моя! Тихо! Всё, отбой. Высоко тут видео! Он просто держит верёвку, он даже не создаёт. Я бы прыгнул, но тут высоко! Четыре, три, два, один. Show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house. My house. Прыгал? Нет, не надо. Привет, я делаю сейчас пятики. Один прыгнет вперед. Руки в сторону, за веревку хватает. Руки в сторону так или? Так. Как тебе удобно? Готов? Да.